Всем привет! Если вы меня видите и слышите, то сообщу вам, что вы смотрите кулинарный канал Compass Kitchen. И я его ведущая, в то же время кулинар и первый дегустатор Инна Волок. Сегодня с вами мы будем готовить очень вкусную белую рыбу под названием махи-махи. Для меня какое-то, знаете, такое название японское, чем-то таким вот, да? Наверное. Но на самом деле эта рыба водится в Карибском море. И именно там я ее попробовала не первый раз, конечно. Первый раз я попробовала здесь дома, купила в магазине, сама ее приготовила. Это было очень... Ну, для меня это... Я ее ела первый раз за всю мою жизнь, поэтому мне было очень вкусно. Но самую вкусную махи-махи я ела на острове. Секрет прост. Рыбу словили, почистили, пожарили, накормили. Это было божественно. Это было так... Мало того, что это остров божественный, он просто красивый. Знаете, когда этот белый песок, это лазурная вода, эти высокие белые пальмы, это солнце, это было нечто. И еще вот эта вот вкусная рыба. В общем, в тот момент я была в раю. И хочу вас обрадовать, что рай есть на земле. Нужно просто его увидеть. Ну, давайте начнем с вами готовить эту вкусную чудную рыбу. И сразу сделаю такую помарочку. Вы не обязаны искать по магазинам, бегать эту рыбу. Да, если вы найдете, вы ее обязательно купите и попробуйте, потому что она правда очень вкусная. Но этот миндальный соус будет подходить к любой белой рыбе. Но именно к белой. Чтобы приготовить этот вкуснейший соус для нашей рыбы, нам понадобится всего лишь пару ингредиентов. Это обжаренные лепестки миндаля, я их обжарила предварительно, забрасываем в блендер, туда же добавляем немного питьевой воды, пару ложек оливкового масла, чайную ложку меда и чайную ложку горчицы. Также по вкусу мы добавляем соль и перец. Ну и, конечно же, какая же рыба да без лимона? И сок лимона. Можно еще добавить для пикантности цедры, но это на ваше усмотрение. Все, нам осталось только перемешать все это в блендере, это буквально пару секунд. Также мы нарезаем нашу любимую зелень, у меня сегодня это кинза, но у вас может быть петрушка либо укроп. И зелень добавляем в наш соус. Все, это весь соус для рыбы. Осталось только ее пожарить. Рыба очень мясистая и плотная, поэтому жарить ее нужно где-то около 3-5 минут с каждой стороны. Когда мы рыбу переворачиваем, мы ее сдабриваем нашим миндальным соусом. И все. То есть она еще пожарится пару минут и готова. Я люблю рыбу, но люблю ее кушать. Готовить... Не то чтобы я не люблю ее готовить, просто мне не очень нравится запах, который остается в доме после процесса приготовления. Поэтому если вы знаете какие-то секреты, чтобы моментально избавить дом от запаха готовой рыбы, вы мне напишите, пожалуйста, в комментарии. А сейчас нам осталось всего лишь оформить наше блюдо. На слегка подогретую тарелку мы кладем порцию рыбы. Дополняем ее нарезанным салатом бок чой и сдабриваем оставшимся миндальным соусом. Также мы дополняем наше блюдо в качестве гарнира вот этой вот красивой луковицей, напоминающей лично мне какую-то лилию. И... сдабриваем маринадом, который получился при приготовлении лука. Вуаля! Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты, и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!